Управление МВД России по Тюменской области сообщило о том, что лжесотрудник правоохранительных органов пытался выманить у пенсионерки 250 тысяч рублей. Пожилая женщина рассказала полицейским, что на ее стационарный телефон поступил звонок от незнакомца. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что сын пенсионерки стал виновником ДТП. А чтобы его выручить, необходимо перевести на указанный им банковский счет 250 000 рублей. 73-летняя пенсионерка не растерялась и попросила передать телефон сыну, а потом сообщила, что перезвонит ему самостоятельно. После этого связь с лжесотрудником правоохранительных органов прервалась. По данному факту проводит проверку уголовный розыск.